Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. И если вы смотрите мой канал, наверняка заметили, что я достаточно тепло отзываюсь о бренде Easy Walker по той простой причине, что ребята на самом деле молодцы. Просто говорю, как есть. Мне ничего не занесли. Просто я сам младшего катаю в Easy Walker. И катаю по той простой причине, что мне нравится их качество, исполнение, вот, подход вообще, сервисное обслуживание. Хорошая действительно компания. Вот. И сегодня мы рассмотрим с вами Easy Walker Jackie. Эту колясочку можно относительно, конечно, назвать всесезонной. Не на все 100%, но в глубоком снегу вы не проедете. Но, в принципе, в остальное время года она вас должна устроить. Даже учитывая такой форм-фактор, как для путешествий колясочка, здесь достаточно неплохой козырек. Ладно, в двух словах технические характеристики назову и будем с вами ее изучать. Нидерланды, напомню, Easy Walker компания. Вес у нее, учитывая ее вот форм-фактор, достаточно большой на самом деле, 8,2 килограмма. Но то, что вы здесь получаете, вы поймете, почему здесь есть эти килограммы в весе. Действительно, она очень достойно сделана. Наклон здесь у нас спинки от 125 до 165, это я вам покажу. Вообще она с полугода предназначена для эксплуатации. Вот, вес максимально ребенка она выдерживает 22 килограмма. И, кстати, 47 сантиметров всего лишь у нее колесная база, ширина колесной базы. Везде будете залезать, между стеллажами, вообще где угодно. В общем, помещаться будете. Вот, собственно, давайте сверху вниз пойдем изучать по козырьку. Смотрите, вот эта вот секция, она открывается и закрывается, но из сильной стороны. Обычно секцию открываем, и здесь чисто сеточка. Здесь же нет, сеточка только по бокам, а сверху такая же плотная ткань. По сути, у нас козырек просто увеличивается с дополнительной вентиляцией. В случае там какого-то дождика моросящего, он достаточно нормально будет закрывать ребенка и в этой секции, соответственно, тоже. Регулируется он у нас достаточно тихо. Есть колясочки, у которых прям громкие щелчки. Здесь же такой проблемы нет. Очень все, механизм достойно сделан. Так, что касается ручки, кстати, сразу давайте покажу. Эко-кожа. Но сейчас на самом деле достойные бренды делают практически везде в эко-коже, с прострочечкой, с хорошим хватом. Единственное, вот, что мне не очень нравится в ручке, она как бы толстая, но плоская вот с этой стороны. И хват такой, ну мне не нравится. На самом деле я люблю, когда она круглая. Лично мое мнение, это не последнее мнение, инстанция, как говорится. Вот, но не единственное. Вот хотелось бы, конечно, круглую. Так, давайте посмотрим на сиденье. Сиденье у нас достаточно высокое, оно жесткое, это не натянутая ткань. Спинка здесь вполне, она длиннющая. Посмотрите, какая огромная-огромная спинка. Так, пятиточные ремни, мягкая накладочка есть везде, и паховая зона, и плечи, все как полагается. Также, что касается безопасности, у нас хороший, действительно хороший бампер. Он мне, почему вот я акцентировал, что он хороший, он очень, скажем так, не ограничивает ребенка в пространстве, он высоко поставлен, и ребенка, ну, в живот ему не упирается и вообще хорошо. Тем более от Easy Walker вплоть до руля есть аксессуары на колясочку. И руль можно поставить на этот бампер, и ребенок будет как будто бы рулить. Вот у меня малой очень любит вот такие вещи. Ему даешь игрушечный просто руль, и он в коляске едет как будто бы на машине. А здесь он еще и крепится к коляске. Поэтому у него такая своего рода автомобильчик был бы. В общем, с этим все в порядке. Подножечка, естественно. Ступенька для ног тоже, естественно, есть. Она достаточно широкая. Удобно будет залезать ребенку самому. Так, давайте посмотрим на то, как здесь регулируется сама спинка. Здесь ремешки. И вот те самые градусы, о которых я говорил. Этого более чем достаточно, чтобы ребенок нормально спал. Вот здесь у нас сеточка, здесь магнитики.
Раз и закрыли. Можно закрыть на замочек. И все нормально. То бишь не просто нахлестом идет на магнитике держится ткань, а еще и дополнительно закрывается замочком, чтобы не поддувало. Вот мне в этом бренде нравится вот подход к деталям. Очень хорошо продумывают все до мелочей. Так, ну раз уж здесь уже, давайте посмотрим багажник. Багажник здесь взрослый, как в больших всесезонных книжечках. Он им абсолютно ничем не уступает. Доступ, жесткое дно. Хоть арбуз туда положите, и все нормально будет. Он не будет висеть на полу. С этим все в порядке. Так, что касается тормоза. Вот педалька. И вот жалко, что еще раз бы нажал, и она откинулась. Было бы здорово. Здесь нужно снизу немножко поднажать. Но особо обувь портить не будете, потому что, опять же, та самая, знаете, тот самый подход в деталях, в мелочах. Здесь снизу прорезинено, и обувь вы не покорябаете. Так, передние колеса. У нас, естественно, поворотные, с возможностью блокировки. Здесь колеса полиуретановые, они очень легкие. Давайте сразу посмотрим на амортизацию. Она здесь по кругу есть, и спереди, и сзади. Ход у амортизации просто какой-то огромный. Поэтому я ее и назвал практически всесезонной коляской, потому что вот все это бывает обычно в больших колясочках. Ну а в этой мы еще и плюс ко всему получаем очень компактную коляску в сложенном виде. Да еще и как она складывается. Давайте как раз сразу вам это и покажу. Просто берем вот так вот. Подножечку желательно всегда вот опустить, чтобы она не торчала. И вот мы толкаем ее. И она складывается. Берем, собственно, вручную кладь. Вот такой размер. Маловероятно, что вы в большинстве компаний пройдете. Ну, только в нормальных, там, не знаю, Air France, там, Emirates. Конечно, такие колясочки они разрешают проносить. Но наша чудесная победа, естественно, вас не пропустит. Вот. Что касается комплектации, давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте. Дождевик, кстати, идет. И самое важное, так как ее, скорее всего, не будут пропускать ручную кладь, здесь есть транспортировочная сумка в комплекте. Упаковали, у трапа отдали. Причем, когда упаковываем, не нужно ничего отсюда снимать, колес, ничего. Просто упаковали, затянули ремешок и отдали у трапа, чтобы ее вам по прилету вернули. Вот, собственно, по большому счету добавить мне больше нечего. Мне лично очень нравится, в двух словах, мое мнение. Я люблю Easy Walker, повторюсь, уже вначале вам говорил, что несложно к ним придраться. Действительно, вот, ну, все делают по-человечески, по уму. Вот молодцы. И ценник у них абсолютно конкурентоспособный. За то, что мы получаем, если мы будем сравнивать с другими брендами, в других брендах у нас даже, может быть, за большие деньги будет больше недочетов, каких-то нюансов, как мне кажется. Вот. А здесь вот они молодцы. Поэтому я очень рекомендую эту колясочку. Вообще Easy Walker. Ры. Все. Для рассмотрения при поиске коляски вам для путешествий. Вот на каждый день. Кроме такой лютой зимы. Она в принципе нормально подойдет. И даже в зимней одежде. Видите, здесь места много. Ребенок не будет чувствовать себя скованным. Вот, собственно, мое мнение. И я лишь хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора, сделать правильный выбор в поиске для ваших коляски для вашего ребенка. И если обзор вам был интересен и полезен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И всего доброго вам, до свидания.